Так, я благодарю вас всех, что вы сегодня пришли сюда. Дорогие гости, справа от вас находится чат, поэтому если меня видно и слышно, кто меня видит и слышит, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы проверить звук перед началом. Угу, все вижу, все, благодарю. Окей, сегодня речь пойдет об очень интересной возможности. Для начала хочу представиться, меня зовут Ольга Деркач. Я независимый партнер компании TalkFusion. И немного о себе. В прошлом я психолог и юрист. И в то время у меня было порядка 4 источников дохода. Но я понимала, что все время, которое я трачу, уходит только на зарабатывание денег. И как бы не остается времени абсолютно для того, чтобы нормально, полноценно жить. Поэтому я хочу вам сегодня рассказать о той возможности, которую мне донесли год назад. И я очень благодарна этому человеку, потому что эта возможность полностью изменила мою жизнь. Я надеюсь, что эта возможность также изменит и вашу жизнь. Я знаю, что сегодня есть также у нас предприниматели, люди, которые имеют свой бизнес. Те вещи, о которых я сегодня буду рассказывать, помогут им продвинуть их собственный бизнес. Каким образом, вы далее поймете. Итак, компания TalkFusion – это американская компания, которая в переводе означает «общаемся и объединяемся», и на сегодняшний день это лидер видеокоммуникации на мировом рынке. Президент компании мистер Боб Рейна запросто мог продать технологии в IBM, в Microsoft или в Apple, но он этого не сделал. Он дал возможность каждому человеку зарабатывать на этих технологиях и пользоваться этими технологиями. Итак, для начала я хочу предложить вашему вниманию небольшой видеоролик о том, почему компания именно работает в сфере видео, насколько сегодня развита видеоиндустрия и, в принципе, почему сегодня выгодно заниматься именно в этой сфере. Так, я уверена, что вы знаете такие компании, как Apple, как Google, как IBM, Microsoft. Это, в принципе, очень известные компании. И это именно те компании, которые работают в сфере информационных технологий. На сегодняшний день они занимают первые лидирующие позиции в мире. То есть это показывает, насколько выгодно сегодня работать в этой сфере. И именно компания TalkFusion занимается и продвигает свои технологии. Итак, у нас целых 10 технологий. На сегодняшний день мы ожидаем еще выхода 3 новых. И чтобы вы понимали, о каких технологиях я говорю, посмотрите небольшой видеоролик и далее подробно на примерах расскажу, как вы можете применять эти технологии для себя и для своего бизнеса.
Итак, продукция компании TalkFusion позволяет предпринимателям экономить на рекламе. Я знаю, что предприниматели меня поддержат. Реклама на сегодняшний день стоит очень дорого. Вы можете экономить на международных переговорах, вы можете экономить на зарплате сотрудников. И самое главное, вы будете иметь постоянный прирост клиентов. То есть на сегодняшний день это задача номер один. Как из постоянного клиента сделать лояльного? Это тоже вопрос номер один. И все эти вопросы можно легко решить с помощью продукции компании TalkFusion. Я коротко пробегусь по каждому инструменту. Если у вас будут дополнительные вопросы по ним, задайте эти вопросы тем людям, которые вас сегодня сюда пригласили. Итак, самая первая технология, инновационная, которая совершенно недавно, буквально с марта месяца, вышла на рынок интернета, эта технология называется Connect. Фактически то, на чем мы сегодня проводим нашу конференцию, это своего рода вебинарная комната, но здесь есть огромные плюсы. То, что нам не нужно устанавливать приложение, то есть вы сюда попали всего лишь нажав на ссылку. Мы с вами можем общаться в формате HD-качества, мы с вами можем просматривать видеоролики, обмениваться слайдами, обмениваться информацией, транслировать свой рабочий стол. То есть это фактически по сути то, чего раньше не было в интернете. Эта технология сейчас подана уже на патент, и также эта технология работает на такой платформе, как WebRTC. На сегодняшний день это вообще прорыв в интернете, потому что WebRTC – это та технология, которая только входит в массы, в общественность. То есть это видеокоммуникации, это видеообщение в режиме онлайн без установки дополнительных приложений. Итак, и было уже официально заявлено, что к 2016 году 4 миллиарда компьютеров, планшетов, смартфонов будут обладать функцией WebRTC. Но мы не ждем 2016 года, мы используем эту технологию. Уже сегодня мы подключаем к этой технологии людей, и фактически в этом наше конкурентное преимущество. Итак, следующая технология – это видеописьма. То есть не нужно сегодня писать длинное черно-белое текстовое сообщение, какие-то рекламные блоки и так далее. Сегодня гораздо проще, гораздо удобнее записать видео. Вы можете выбрать один из 4000 готовых шаблонов на абсолютно различные темы, которые подходят для вашего бизнеса. Это могут быть скидки, акции, какие-либо поздравления, инструкции и так далее. Фишка в чем? Хотите один человек, хотите два? 25 тысяч человек одновременно получают ваше видеописьмо на свои мейлы. И самое важное, что письма не попадают в спам, и такая технология есть только у компании TalkFusion. Следующий инструмент – это видеогазета. Видеогазета – это фактически своего рода замена бумажным листовкам или альтернатива одностраничному сайту. Но одностраничный сайт сегодня стоит очень дорого, а продвижение его еще дороже. Здесь же такой сайт делается буквально за 3 минуты. Вы вставляете фотографии, вставляете видео, прописываете текст, там, купон на скидку, схема проезда и так далее. И в принципе, хотите опять-таки один человек, хотите 25 тысяч, получает одновременно от вас уведомления. Это опять-таки могут быть какие-то уведомления о скидках, об акциях, о новинках, о каких-то событиях и так далее. Следующий инструмент – мобильное приложение Fusion On The Go. Это единственное приложение, мобильное, на сегодняшний день, которое разрешило проблему передачи видео мгновенно, без затраты дополнительного веб-трафика. Это очень удобно и мобильно. Почему? Ну, допустим, у нас ребята, подрядчики в строительной фирме, таким образом информируют офис о проделанной работе, что работа закончена, и, в принципе, можно подвозить другие материалы. Или, например, там, девушки, идем в магазин, да, снимаем там какое-нибудь платье, нам понравилось, отправляем там и спрашиваем, девчонки, нравится платье, покупай или нет. Что-то в этом роде, потому что это сегодня удобно и мобильно, и не нужно ждать, пока там приедешь домой, в офис и так далее, чтобы отправить видео. Самая главная фишка от трех этих инструментов – вы можете отслеживать в режиме реального времени –
кто получил ваши письма, кто их открыл, сколько раз и куда перенаправил. Сегодня это очень удобно, потому что это экономит массу времени и средств. Например, у меня друг в Румынии, у него своя фирма, он занимается цветными металлами. Что они делали? Они брали большие каталоги предприятий, где указаны предприятия, и на их имейлы отправляли большие текстовые предложения о сотрудничестве. Девочки-менеджеры на следующее утро приходили и прозванивали эти компании с нуля и узнавали, просмотрели их информацию или нет, и начинали объяснять все заново. Здесь же на основе этих данных они уже выстраивали свою работу только с теми, кто заинтересовался их предложением. Фактически это экономия и времени, и средств. Следующие два инструмента одни из моих самых любимых. Я сейчас расскажу почему. Потому что такая фишка, как форма подписки, которая встраивается на ваш веб-сайт, там ваш онлайн-магазин или на видеогазету, она для вас 24 часа в сутки собирает новых клиентов, чем бы вы ни занимались. То есть смотрите, например, клиент, который гуляет по сайту, видит вот такую форму подписки, например, со скидкой. Естественно, людям нравятся скидки, он оставляет свой адрес, почему бы и нет. И фактически это ваш потенциальный клиент. Что происходит дальше? Подключается видеоавтоответчик. Это своего рода менеджер, который занимается продажами. То есть он фактически от вашего имени продает ваши услуги, ваши товары, а те, кто занимаются продажами, знают, что нельзя продавать в лоб, нужно с клиентом выстраивать грамотную цепочку отношений маркетинговых. И только потом, когда уже клиент более или менее привык, тогда происходят продажи. То же самое делает видеоавтоответчик. Вы в него загружаете несколько, какую-то серию писем, 5, 6, 7, 3, это уже зависит от вас, от вашего желания, фактически он будет общаться с вашими клиентами. Итак, следующие три инструмента: видеоблог, видеошер, FusionWall. Тоже не менее интересные фишки. Хочу рассказать о такой, как FusionWall. Это 3D-социальная сеть или международная торговая площадка. Ну, аналог, например, всем вам известен, это YouTube. Мы все туда заходим, смотрим ролики, либо выставляем ролики. И вот, допустим, что у вас есть там какое-то видео по продукту, по услуге, вы дали клиенту ссылочку, он зашел посмотреть. Но вы, наверное, заметили, что справа всегда выстраивается ряд видеороликов по схожей тематике. Ну, в принципе, люди такие существа, которые очень интересуются, интересно, да, что же там. Они могут просто зайти посмотреть любопытство. И не дай бог, там что-то будет более интересное, либо более дешевое. И тогда фактически вы можете потерять вашего клиента. Здесь же на FusionWall никакой рекламы, никаких конкурентов, только ваше видео. И такая функция, как Video Share, позволяет разместить ваше видео более чем 200 социальных сетей мира. Только подумайте, не те, которые нам сегодня известны, да, на просторах СНГ, а гораздо больше. То есть это выводит ваш уже бизнес на мировой уровень, на мировой рынок. И основными клиентами нашей компании являются клиенты из группы Fortune 500. Для тех, кто не знает, это группа самых богатых компаний в мире. Это говорит о том, что те технологии, те услуги, которые сегодня предоставляют компании, они являются именно на высоком уровне. Итак, немного о компании. Компания на рынке уже порядка 7 лет. Мы работаем более чем в 140 странах мира и соблюдаем высочайшие стандарты деловой этики и работы с клиентами. И это доказано ассоциацией DSA, в которой мы состоим. Кто не знает, что такое DSA, я вкратце расскажу. Это ассоциация прямых продаж. Из всех тысяч бизнесов, которые есть на сегодняшний день на планете, только 185 входят в эту ассоциацию. То есть она проверяет компании на легальность, на активность, на прозрачность, как выплачиваются деньги партнерам. И та компания, которая подает заявку, ей нужно минимум 2 года, чтобы пройти аттестацию. И то не факт, что она ее может еще и пройти. Компания TalkFusion имеет самые высокие рейтинги стабильности в этой ассоциации.